что мне сделать? А мне то же самое сделать, да? Поначалу, блядь, а? Я вообще вернулся в спорт при весе 120 килограмм. То есть я был очень большим, я говорил, в интервью давал, был таким теленком, большим, толстым таким шариком. Вот это называется китайское мороженое. За года полтора я вот набрал 40 килограмм. Привет! Вел такой образ жизни, не совсем спортивный, да, и в зал вернулся просто для того, чтобы немножко сбросить вес. Здесь present me. Yes! Yes! Оставь! What? Вот, вот, положение перчатки. If you want it? Не бойся, иди. И это меня так затянуло, что вот привело обратно на ринг и даже добился каких-то результатов. 83, 100. Длинный ты так убираешь. Человек идет на бой, понимаете? И естественно, что эмоциональную подпитку он требует от тренера. Вот. Я заставляю его петь детские песенки перед выходом. Ну, из репертуара Винни-Пуха. Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Да, да, психологически где-то отвлекаешься от неправильных мыслей и выходишь на бой настроен и заряжен. Я очень благодарен своей семье за то, что она меня поддержит во всем. То есть они принимают мое решение. Может быть, они и хотели бы, чтобы я уже закончил свою спортивную карьеру, чтобы я там, не знаю, приступил к какой-то тренерской работе или еще чего-то. Но они видят во мне желание еще боксировать, выступать. И они меня в этом очень поддерживают, за что я им очень благодарен. Трали-вали, парам-пам-пам, парам-пам-пам.